сентября на центральном стадионе в Казани стартовал второй этап европейской гран-при серии по регби-7 среди женских команд. На торжественном открытии присутствовали первые лица республики и представители международных спортивных сообществ. Перед началом соревнований состоялась специальная церемония награждения победителей чемпионата Европы по пляжному регби. Сейчас, вот буквально недавно, мы наградили наших спортсменов, которые участвовали за сборную России и завоевали первенство Европы по пляжному регби. 6 человек из команды, 12 человек, мужчин и одна девушка. Это начало, я думаю, пути в правильном направлении. Этот турнир становится для Казани уже традиционным. В четвертый раз Татарстан принимает этап европейской серии по регби-7 среди женских команд. Эстафета соревнований переходит в Казань из французского города Маркусии. Именно там в начале этого лета завершилась европейская часть турнира победой французской сборной над сборной командой России. Так что одна из основных интриг второго этапа соревнований должна развернуться между этими сборными. Регби-7 получает отражение уже в последние годы постоянную прописку, и уверен, что регбисты Татарстана тоже вложат свой вклад в развитие как регби в стране, так и победы наших регбистов на международной арене. Желаю всем успехов, всего доброго. Из 12 команд, участвующих в первенстве, сформировано 3 группы. В группе А уже в утренней сессии первого дня соревнований определились лидеры. Ими оказались сборные Франции и Бельгии. Они досрочно вышли в плей-офф, переиграв команды Германии и Испании. On a fait une bonne entrée dans la compétition. On gagne le premier match contre l'Allemagne et maintenant contre l'Espagne. Je pense que ce qui fait notre force là, c'est l'agressivité en défense. Et plus on passe les matchs, et plus on élève notre niveau. Et on espère que ça ira pour ce soir, pour le dernier match. Хозяева чемпионата, сборная России, выступающая в группе Б, также обеспечила себе место в плей-офф, не уступив соперникам ни одного матча. Своеобразным рекордом этого дня стал разгромный счет 47-0, с которым россиянки одолели сборную Португалии. Наверное, это моя работа, так скажем, на поле. Прорывать линию мощная, ну и скидывать его другим. Конечно, мотивация огромная есть. Приехали не только мои родители, приехали также родители девочек. Кому-то мужья приехали. Это действительно не хочется там пропускать попытки. Хочется, наоборот, идти вперед, защищаться и не пропускать соперникам свою зачетку. В группе С неожиданным лидером турнирной таблицы оказалась польская команда, переиграв традиционно сильных сборной Англии и Ирландии. За выход в следующий раунд турнира в этой группе также боролась сборная Италии, которой все-таки удалось попасть в четвертьфинал, обыграв сборную Польши со счетом 19-14.